Ну что же, ребята, как всегда мы будем купаться, но после работы. Да-да, вы слышали? Не делаем кислые лица, труд облагораживает человека. Поняли, поняли? Молодец, Камилочка. Итак, распределение работы на сегодня. Девочки будут отгонять жучков от вишен, чтобы они их не съели. Да, давайте, будем сейчас строиться. Молодец, Камила. А мальчики будут надувать круги. Окей, это лучше, чем жуков гонять. Вот и отлично. Итак... Итак, девочки, идите гоняйте жуков, вон, я уже вижу. Вот молодец, Камилочка, будешь контролировать, иди к девочкам. Давайте, девочки, приступайте. Давайте, а мальчики давайте. За мной. Круги. Класс. Ну, и что вы тут гоняете? Кого? Давайте, гоняйте быстрее. Камила, да за тобой. Сейчас тебя отгоним, а не мух. Бесишь, иди сама, блин. Не буду, мне Валентина Ивановна сказала, значит, чтобы вы. Можешь помолчать, настроение вообще еще больше портишь. Давайте, закройся, Камила. Итак, мальчики, нужно стараться, а не как всегда, отрабатывать. Кстати, где шапка? Да, я, короче, не важно. Витя, нужно носить шапку, это же лузер, понимаешь, чтобы все видели, что ты плохо себя вел. Я понял. Он Пашенька носил сколько, неделю? Молодец. Да, вот, чтобы не быть лузером, надувайте хорошо, да, слушайтесь, и без меня, понятное дело, никто не плавает. Стараюсь. Давай, да, стараюсь. Пашу, видишь? Говорил, будет ругаться. Все нормально, шапку забыл. Хорошо. Вить, тебе просто повезло. У нее хорошее настроение сегодня. Она меня заставляла неделю носить. Короче, Паш, пофиг. Ты согласен, что нам просто фартануло? Они там жуков себе собирают, а мы тут круги надуваем. Да, конечно, повезло. Не хватало мне еще тех жуков гонять. Будем сейчас дуть эти круги до посинения. Девочки, вы все не так делаете. Нужно вокруг вишни обижать, чтобы такие все поулетали. Мы не знаем, как это. Иди покажи. Реально. Я сейчас и покажу. Давай. Знаешь, Камила, у тебя хорошо получается. Ага. Смотрите, девочки, какая молодец. Ну еще дорогие. Всех жуков нет. Молодец, молодец. Да, Камила, умничка. Жуков вообще нет. Да. Все, теперь вы. Да сейчас. Давай, ну еще раз покажи, бегать. Я не совсем увидела. Оно солнце слепило. Давай, побежи. Нет, давайте вставайте. Камила, ну мы даже не видели. Значит так, если вы сейчас не встаете, я зову Валентину Ивановну, понятно? Да сколько можно? Я сейчас позову Валентину Ивановну, не да надоело. Да вообще тебе в этот лагерь взяли, ты ябеда просто. Реально, блин. Ага. Здесь самое лишнее. Вы все специально говорите, вы просто мне завидуете. Я красивая, умная, у меня есть ключи и шапка лидера. Это шапка стукача, я бы себе такую не хотела. Короче, Камила, все, отвали от нас, иди там отгоняй своих жуков, а мы будем загорать, понятно? Да, поэтому давай, побежала. Что ты стоишь, смотришь, беги давай, тебе же сказали. Ладно, я сейчас побегу. Ну вот, давай. Молодец. Ты чё? Мы тебя сейчас в бассейн бросим. Ну ж вместо жуков не гоняй. Паш, смотри, какая Камила веселая, блин, вообще никого не боится. Да потому что ее тетя защищает. Я тоже в школе никого не боялся, когда меня тетя защищала. Камила, давай еще поперворачивай их, давай. Слышишь, я не поняла, откуда такой тошнотворный голос звучит. Дарина, успокойся, ведь ты тоже там не выступаешь, чё ты цепляешься к нам? Камила, ты дед, тут уже все жуки на вишне послетались. Да ты чё, блин? Ты чё, дура, Камила, блин, горе! Идиотина! Я тебе сейчас в бассейн кину, да реально, ты сейчас в бассейне, блин, на дерево прыгнешь, будешь плавать в бассейне, поняла? Ты глянь, какая, блин. Камила, лучше не трогай, кто реально тебя в бассейн бросит. А я никого не боюсь, понятно? Ты посмотрите на нее, вообще уже оборзела. Девочки, короче, давайте реально ее в бассейн закинем. Ага, вот мы ее сейчас закинем в бассейн, а потом, блин, Валюха подойдет и реально нас поставит на гречку, как я и обещала. В смысле, Дарина? Мы скажем, что она сама туда залезла, что ей было очень жарко. Поверь мне, Валентина Ивановна послушает нас троих, а не ее одну. Короче, девчонки, слушайте, если она еще раз нас дернет, то все, мы сами ее в бассейн. Все, окей, договорились. Все, отлично. Все, Паш, я закончил. Пошли круги в бассейн кидать. Ну, погнали. Купаться нельзя, понятно? Камила, иди сюда, тебя плохо слышно было. Ага, сейчас, вы что-то плохое собираетесь сделать. Что ты говоришь, тебя вообще не слышно, ветер в другую сторону, иди сюда, Камила. Говорю, нельзя купаться. Что-что, можно идти купаться? Купаться нельзя, говорю. Что-что, смеяться нельзя? Камила, вообще тебя не слышно, подойди сюда. Нельзя купаться, понятно? Я все расскажу Валентине Ивановне.
Камилочка, почему ты такая глупая? Мы не собирались, зачем нам это надо? Круги надули, да. Посмотри, какие красивые. Да, хорошо, да. Надули. Нравится тебе? Да. Ты сама не решила, сама пример подала. Ну все. Купаться, купаться. А, да, давайте. Пойдете купаться? Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Обещай, блин, иди отсюда. Помогите, власти, спасение. Иди вон отсюда. Стоять будете до вечера.